це питання ви до президента та до Верховної Ради. А ви не знаєте? Я не знаю. Тому навіть... що це моя, я пишу заяву про відставку, а не назначаю нікого. Накал процесса, который требовал отставки Гонтаревой, он начался не сегодня, не в этом году и даже не в прошлом году. Наблюдая за политикой Национального банка и линией, которую проводила глава Центрального банка, ее монетарный блок, он всегда вызывал очень много дискуссий и вызывал сомнения в правильности выбранного курса. В нынешнем году, в общем-то, экономика подошла к тому пределу, когда напряжение в монетарной сфере должно вызвать очередной всплеск либо валютного кризиса, либо напряжения в социально-политической сфере. Поэтому такие вещи, в общем-то, сейчас они более актуальны. Мы должны, конечно, вспомнить в связи с этими событиями. Это события, которые подтолкнули Международный валютный фонд с задержкой своего кредита и транша. И, конечно же, вот события, которые вызвали действия, активные действия НАБУ. Сейчас, с учетом наших достаточно сложных отношений с Международным валютным фондом, с зарубежными организациями, это логичный шаг со стороны администрации президента. Но вы знаете, вот радоваться по этому случаю может быть пока рановато. Почему? Потому что мы не понимаем еще, кто станет на ее место. За рубежом на банковскую должность приглашают человека, который является профессионалом в этой области и, соответственно, пытаются найти лучшего человека, который выполнял бы эту функцию. А у нас стараются найти человека, который является близким человеком лидера. Это две большие разницы. Команда, которая пришла с Гонтаревой, это команда непрофессионалов, и эта команда вместе с ней обязана уйти. В любой стране цивилизованной, полуцивилизованной, даже совсем не цивилизованной, из такого учреждения, если уходит человек, руководитель, то с ним уходит команда. И человек, который приходит на его место, должен прийти и привести за собой команду, за которую он будет отвечать. У нас ситуация в стране так интересным образом устроена, и регулятор, я имею в виду Национальный банк, не всегда выполняет те функции, которые на него возложены по законодательству. У него достаточно рычагов для того, чтобы даже в самой критичной ситуации, пусть даже наполовину административными методами, но удержать валюту на определенном уровне, не допустить хаотичного развития ситуации и вот не допустить наступления этого эффекта домино. Для нас, для общества, не имеет никакого значения, по каким мотивам была угроблена экономика. Для нас очень важен в конечном итоге результат, и должна быть ответственность первых лиц перед и теми людьми, которых назначают, и перед теми функциями, которые они должны выполнять. Если Гонтарева допускает девальвацию национальной валюты, и валовый внутренний продукт падает со 185 миллиардов долларов до 80 миллиардов долларов, то это очень серьезный вопрос для размышления. Это не то, что вопрос для размышления. Этот вопрос должен был поднят немедленно. Прежде всего, туда, независимо от называемых фамилий, туда должен уже прийти профессионал. Мы уже 3 года тренируемся на любителях. Мы уже так натренировались на любителях, что у нас от экономики практически ничего не осталось. У нас любители в Национальном банке, любители в Верховной Раде. То есть вот Национальный банк, вот все эти институты, которые должны экономику прежде всего поставить на то место, где она должна стоять, а не на то место, где она сейчас лежит, там туда должны прийти профессионалы. Жуткая кадровая политика, когда вместо профессионалов набирают любителей, вспоминая слова Владимира Ильича, что каждая кухарка может управлять государством, это надо прекращать. Это надо прекращать. Экономика, как и боливар, больше уже этого не вынесет. И население в данном случае является стратегическим агентом. Валовый внутренний продукт – это не сумма выпущенной продукции всей вместе в национальной экономике. Валовый внутренний продукт – это конечное потребление. А конечное потребление осуществляет только население. А поэтому, что потребит население, а что оно оставит в сбережениях? И оставит оно в сбережениях у себя дома или понесет оно эти средства в банковскую систему, будет иметь решающее значение для инвестиционных процессов. И если население перепугано недоверием,
и оставляет эти средства, то какие бы реформаторы ни пришли, невозможно сдвинуть с места эти реформы. Вот те, кто приходит у нас на сегодняшний день в структуры такие руководящие, к сожалению, с ними очень сложно иностранцам найти общий язык, потому что у них нету профессионального видения, у них нету профессиональной программы. Это люди, которые шарахаются из стороны в сторону. Это люди, которые не видят общей стратегии. Ну, это люди, которые, сложно говорить, понимаете, с той точки зрения Международного валютного фонда, с точки зрения Мирового банка, очень сложно договариваться с дворником. У него другая задача. По большому счету, все будет зависеть от желаний и настроения Национального банка. На самом деле, к лету мы, в принципе, получим достаточно значительный дефицит валютных поступлений, будет сказываться. То есть сейчас, например, те предприятия, которые делали эту валютную выручку, они сейчас находятся в таком замороженном состоянии и не понимают, как им дальше жить и работать. При этом тот же февраль еще не показательный месяц, потому что эти предприятия, не получая извне, они могли отправить что-то еще на экспорт, но при этом они использовали старые запасы полученные. Теперь это прекратилось, и теперь уже март и апрель будут более показательными. То есть к лету мы можем получить реально ощутимый, скажем так, дефицит валютных поступлений. Как это отразится на курсе? Если Национальный банк ничего не делает, не контролирует панику и не купирует возникшую дополнительную потребность в денежных средствах валютных, то курс очень легко разогнать и до 38, например, как это и было. Ситуация тяжелая, но не безнадежная. Больной еще может, полежав в реанимации, может еще выжить. Но если будет продолжаться дальше, вместо врачей будут приходить студенты и практиковаться, то, боюсь, уже надо готовиться к месту на кладбище для больного. Потому что экономика не может выдержать столько экспериментов в такой небольшой промежуток времени. Ціни ростуть, товари дорожчають, і ви вже не впевнені у можливості розвивати бізнес? Як утриматися на плаву в умовах кризи? Як заробити на власній справі в умовах інфляції? Де зекономити? Вам більше не потрібно перемикати канали, аби отримати усю необхідну інформацію. Вмикайте перший діловий телеканал. Перший діловий – надійний помічник у світі бізнесу. Вимагайте у свого кабельного оператора та шукайте нас на супутнику «Амос-2». У вас новий бізнес? Невідомий на ринку продукт? Перший діловий телеканал сприяє розвитку бізнесу. 207-44-85. Промислове зростання припинилося ще за 3 роки до агресії, у 2011 році. І я поки що не знаю, чи ми остаточно перевернули на позитив цю багатолітню негативну тенденцію. Тим більше, що наслідки так званої блокади Донбасу, цього справжнього удару під дих Україні, в першу чергу дадуться в знаки саме в цій галузі промисловості. Кроме политических последствий, мы получим значительные экономические последствия. Это минус по налогам и сборам, которые мы получали от Донецко-Луганских областей. Если взять довоенный период, это порядка 10-15% ВВП. Вернее, доля ВВП была. А налоги и сборы сейчас, насколько мы знаем, составляли где-то 10-15 миллиардов вот по 2015-2016 годам. Плюс мы недополучим порядка 25% валютной выручки, что отразится негативно на курсе, на курсообразовании в стране, безусловно, отразится. И кроме этого, значительные политические последствия. На початку року дуже суттєво підвищився фіскальний тиск. Коли наші податківці говорять, що ми зібрали податків більш ніж на 34%, люди, добре, що значить на 34%? Це визначить, витягнули з ринку більше, ніж потрібно. І тому дійсно зростання цін. У нас на сьогоднішній момент зростання доходної частини бюджету за рахунок того, по-перше, не повертається ПДВ, виробники, продавці просто закладають вже повну ціну і хороб ціна.
Госстат, конечно, играется цифрами, играется с точки зрения создания попыток создания в стране благоприятного экономического фона. То есть, если взять хотя бы данные Госстата о росте ВВП за прошлый 2016 год, где они показали якобы существующий рост 2,2%, и если потом посмотреть, из каких цифр это состояло, и то же расхождение, например, между сальдо платежного баланса, между данными Госстата и Национального банка Украины, то получается ситуация, что наш ВВП, его реальный ВВП за 2016 год, он не вырос на 2,2%, а скорее на 4 с небольшим процента упал, поскольку Госстат оперирует цифрами положительного сальдо платежного баланса, а НБУ заявляет о том, что там значительный минус. А то, что промышленное производство и ВВП в этом году у нас будет продолжать снижаться, это закономерные процессы. Дело даже не только в блокаде, а дело во всех тех процессах, которые запущены, начиная с 2014 года. Подивіться, скільки у нас було можливостей відновити економічне зростання. Скільки у нас було можливостей провести необхідні структурні реформи. Цього не робилось, проблеми загострені, проблеми були спровоковані в тому числі і в політичному середовищі. А хто від цього страждав? Страждав бізнес, який потерпав від корупції і тиску. Страждали люди, які не могли отримувати можливості для власного життя. Тому вважаю і переконаний в тому, що у нас з вами є абсолютно сьогодні всі підстави об'єднати зусилля і уряд, фактично готовий до продовження необхідних змін. Консенсус, перемир'я і попытки реінтеграції. Другого варіанта нет. Іначе вот этот запущений нисходящий тренд, он будет только углубляться. Ведь развитие экономики не восстанавливается, не происходит. Мы видим только снижение и темпов промышленного производства и ВВП. У вашої компанії низькі продажі, реклама не діє. Перший діловий телеканал вирішує проблеми бізнесу. 207-44-85. Мільйони гривень опинилися у чиїхось кишенях замість будівництва доріг. Хто заробляє, порушуючи закон? Змови на ринку, що призводять до підвищення цін, гучні призначення та відставки у транспортній галузі. Відповіді на запитання, про які раніше не говорили вголос. Відтепер ви знатимете усю правду. Із перших вуст. В ексклюзивному аналітичному проєкті «Транспорт» щочетверга на першому діловому. Мета – залучення коштів в розмірі 200 мільйонів євро для забезпечення стабільного функціонування і розвитку міського пасажирського транспорту в містах України. І це один з ключових кроків для того, щоб Київ був сучасним містом, сучасний трамвай, сучасний транспорт. Соціальним ефектом від реалізації спільних проєктів Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції очікується, що ми зможемо зменшити частку зношеного рухомого складу, яка зараз становить 87%, фактично до 76%. Ми також сподіваємося, що буде збільшено обсяг пасажироперевезень міським електричним транспортом на 200 мільйонів пасажирів на рік. Створено нові робочі місця, зокрема водії та обслуговуючий персонал. Київська міська влада робить все для того, щоб кияни, гості нашої столиці, пересувались комфортно нашим містом. І одною з ключових складових – це є сучасний транспорт. Ми зараз запускаємо нові маршрути, які розробляємо разом з досвідом Світового банку. Розраховуємо кількість людей, які пересуваються в цих напрямках. Більш того, ми запускаємо додаткові автобуси і не потрібно буде чекати довго. Інтервал проходження автобусів 2-3, максимум 4 хвилини. Очікується, що в рамках проєкту буде залучено кредитних коштів на суму 400 мільйонів євро. Це 22 роки строк кредиту, пільговий відсоток. Відстрочка по сплаті відсотків 5 років.